В честь 30-летия независимости страны образовательный центр 125 провел мероприятие для школьников. Участие в нем приняли около 250 учащихся и учителей ветеранов. Цель мероприятия – привить обучающимся любовь к родине и патриотические чувства. Подробнее в материале. Состоялось торжественное собрание Тәуелсіздік елдің тірегі, посвященное Дню независимости Республики Казахстан. Праздничное мероприятие посетили ветераны региона. Мероприятие продолжилось исполнением гимна, мелодичной песней, кюем, красивым танцем. Учащиеся устроили театрализованное представление, которое вызвало бурную реакцию зрителей. Сегодня в образовательном центре 125 города Тараза, куда учащиеся ходят на подготовительные курсы, проводятся мероприятия, посвященные независимости. С проведением подобных встреч мы придаем национальное воспитание молодежи. Мероприятие призывает любить свою страну, свою аулятинскую землю. На собрании учащиеся 6 класса исполнили хоровое пение. Спектакль «Декабристы» был поставлен на сцене и произвел особое впечатление на учащихся. Вниманию общественности был представлен флешмоб, подготовленный учащимися 11 класса. Директор школы Мажан Азимбаев отметил, что учащиеся приняли активное участие в мероприятии, цель которого – привить подрастающему поколению любовь к родине и объяснить, что независимость пришла не просто так. Проводится праздничное мероприятие, посвященное 30-летию независимости. Меня радует активное участие школьников. В целом для нас большая честь, что ученики знают старшее поколение, которые отдали жизни за нашу независимость. В ходе вечера учителя, пришедшие со своими поздравлениями в честь Дня независимости Республики Казахстан, пожелали успехов коллективу школы. Дана Самат, Айгуль Пралиева, Ахтамбердабитаев, 77 Ньюс.